Безопасность пассажирских перевозок в зоне повышенного внимания полицейских. С 5 декабря в области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Работа проводится совместно с территориальной инспекцией Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Основной акцент делается на технической исправности общественного транспорта. Должно быть сиденье жестко прикреплено, не должно болтаться. Да, я согласен. Сиденья должны быть порванные, иметь опрятный вид. Если так написано, мы согласно этого стандарта и работаем. Всего за 4 дня ОПМ зафиксировали свыше 400 различных нарушений со стороны водителей общественного транспорта. Наибольшее количество приходится на правила маневрирования и телефонные разговоры за рулем. 28 водителей привлекли за управление транспортными средствами, не прошедшими технический осмотр. 7 за незаконное переоборудование. Запретили эксплуатацию одного автобуса. Привлекли к ответственности 2 должностных лица автобусных парков. На территории Северо-Казахстанской области в период с 5 по 11 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В период проведения ОПМ сотрудники полиции усиленно проверяют техническое и санитарное состояние транспортных средств, осуществляющие пассажирские перевозки. В поле зрения не только автобусы. В Жамбылском районе полицейские остановили автомашину «Шкода» с шашечкой такси. От водителя исходил резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало состояние опьянения. 43-летнего мужчину арестовали на 15 суток и лишили права управления на 7 лет. Анастасия Кузнецова при содействии пресс-службы областного департамента полиции.